Добрый день, наши дорогие клиенты. Сегодня я вам решил рассказать про сумочку Дизи. Это наша моделька, которую мы разработали как поясную сумку и как сумку, которую можно носить на груди. Чем она хороша? Почему мы именно такое ее сделали, а не тут другое? Расскажу вам как человек, который сам себе ее проверил. Около года ношу эту сумку. Почему именно такая? Три кармана. Это очень важно. Внешний карман имеется в виду, внутри еще два. Карманчик для самого необходимого, который должен быть спереди. Карточки для метро, мелочь, необходимые какие-то бумажки. Огромный карман, который ближе к телу, для денег, для важных документов. Сюда, никто, никуда, это рядом с вами. Внешний карман имеет широкий клапан, большое внутреннее деление и два внутренних кармана. В один карманчик, опять-таки, можно положить документы важные, права, паспорт. Еще один, флешки положить можно, или же что-нибудь еще. Сумка не самая большая в плане вместительности, все-все-все у нее не положишь, но зато она немножко дисциплинирует и носишь то, что нужно, а не все-все подряд. Интересное решение мы сделали еще на ремне. Обычно все ставят фартексы, это такие защелочки такие, пластиковые. Ну, они, в принципе, если хорошего качества, они тоже надежные. Вот. Но мы решили уйти от этого. Нам не очень нравится выглядеть этих фартексов. Мы поставили кольцо. Металлическое кольцо карабин. Оно вот таким образом открывается. И ремешок снимается. Так же быстро, как и на фартексе. Так же самое, как здесь, но из металла. Одеть можно, носить можно, как сейчас носят. На груди, также можно и на поясе. Легко сняли, укоротили ремешок до нужного и одеваем на пояс. Изготавливается эта сумка из любой кожи. Это конкретно кожа Crazy Horse черного цвета. Ставим из кожи Flatar, из кожи, как я говорил уже, Crazy или любого цвета, из всех кож, которые мы сейчас закупаем. Конкретно сейчас новая кожа King появилась. Из нее мы можем сделать. Срок изготовления 1-2 дня. Много есть в наличии. Обращайтесь на сайт lvox.com. Всегда будем рады.